Здравствуйте! С вами Сухорукова Илона, партнер интернет-проекта «Экспресс-директор онлайн» и один из лидеров вашей структуры. Я рада приветствовать вас на втором шаге вводного курса «Старт». И сегодня я расскажу вам, сколько же вы сможете зарабатывать с нашим интернет-проектом и компанией Oriflame. Рассмотрим такие вопросы, как «За что платит Oriflame?», «Откуда деньги?», «Как их получить?», «Как оформляется бизнес?». Сначала познакомимся с основными терминами. ББ – баллы бонуса – условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту в прайс-листе. ОП – объем продаж – цена, по которой ввозится продукт в страну без НДС. ДЦ – цена дистрибьютора – стоимость продукции для консультантов с учетом скидки 18%. ПЦ – потребительская цена – стоимость продукции, указанная в каталоге для клиентов. ОС – объемная скидка, процент от товарооборота вашей группы. За что платят деньги? Разберем на примере. Предположим, что вы хотите выйти на уровень директора в $1000 через 10 месяцев, ну или год работы. Это уровень директора по лестнице успеха Oriflame и товарооборот директорской группы минимум 7500 баллов бонуса, примерно $7500. То есть, для того, чтобы получать $1000 в каталог, вам нужно организовать товарооборот в $7500. Компанию интересует только товарооборот, и за его организацию она готова платить огромные деньги. Но легко ли в одиночку создать такой товарооборот? Нет, это очень тяжело, а для кого-то даже невозможно. Так что же, все-таки надо продавать, подумали вы? Не обязательно, только по личному желанию. Ведь мы приглашали вас работать без продаж. Почему же не продажи? Давайте разберемся. Предположим, что в среднем один клиент делает заказы на 30 баллов бонуса. Так, чтобы организовать товарооборот на $600, вам понадобится 20 постоянных клиентов. Доход с продаж этим клиентам составит примерно $150. Выходит, чтобы получить доход в $1000, нужно продать на 3, это иметь как минимум 100 клиентов с заказами на 30 баллов. Лидеры на продажах не зарабатывают. Они просто не тратят на это время. Тогда откуда товарооборот? Необходимый товарооборот мы организуем сами, путем личных покупок. Участники проекта договариваются между собой о смене магазина и покупают средства личной гигиены, косметику, витамины, аксессуары через свой номер консультанта. Я уже рассказывала вам об этом на первом шаге. Мы просто меняем магазин. Oriflame предлагает три способа зарабатывать деньги. Экономьте продукцию, покупая со скидкой. Зарабатывайте, показывая каталоги и собирая заказы. Зарабатывайте, получая проценты от товарооборота созданной группы. Именно на этом пункте мы с вами остановимся подробнее, так как это именно то, для чего мы вас пригласили. Виды дохода. Первый вид – дополнительные деньги. Это разница между ценой дистрибьютора, той ценой, что в каталоге, и ценой потребителя, ценой со скидкой 18%, которая дается автоматом сразу после регистрации в компании. Это те деньги, которые вы экономите, покупая со скидкой, либо зарабатываете, если хотите заниматься продажами. Рассчитаем на примере, сколько вы сможете сэкономить или заработать на этом виде дохода. Для примера возьмем туалетную воду Valar по цене каталога, которая стоит 599 рублей. Это цена Цена дистрибьютора со скидкой 18% составляет 491 рубль. То есть это цена потребителя, та цена, по которой вы купите продукт себе. Таким образом, дополнительные деньги или ваша экономия составит 108 рублей. Второй вид дохода – информационный бизнес. Рассказывая людям о возможностях компании и приглашая их в бизнес, вы строите структуру потребителей, то есть организуете товарооборот, за который компания будет платить вам объемную скидку,
от 3 до 22% от того товарооборота, который сделает вся ваша группа вместе с вами. Таким образом, если ваша группа набирает 200 баллов бонуса, вы выходите на 3% объемной скидки. Это примерно 5 долларов. Это дополнительное вознаграждение, которое будет начислено на ваш номер консультанта. Когда ваша группа, к примеру, выйдет на товарооборот от 900 баллов бонуса до 1799, вы становитесь менеджером 9%, и процент вашего вознаграждения увеличивается и составляет уже примерно от 50 до 150 долларов. И вот, предположим, оборот вашей группы составляет уже 7500 баллов бонуса, и вы становитесь старшим менеджером компании 22% и открываете звание директор. Ваш доход на этом уровне уже около 1000 долларов. Приглашать людей в интернете и давать им информацию о возможностях компании, используя готовые ресурсы, которые мы вам даем, это и будет вашей основной работой, за которую первый год работы вы будете получать от 5 до 1000 долларов. А теперь давайте разберемся, как же начисляется эта ОС, объемная скидка. Для наглядности в вашем примере вы будете строить 6 веток. Вы знаете из первого занятия, что для быстрого роста мы сначала рекомендуем строить 2 ветки. Здесь в примере 6, лишь для того, чтобы вам было понятнее, чтобы вам легче было разобраться. Пусть лично вы разместили заказ на 200 баллов бонуса. Товарооборот вашей первой ветки 300 баллов бонуса. Посмотрев предыдущую табличку, вы уже знаете, что это уровень 3%. Товарооборот второй ветки 700 баллов бонуса, это уровень 6%. Третий 7000 баллов бонуса и уровень 18%. Четвертый 4000 баллов бонуса и уровень 15%. Пятая ветка создала товарооборот в 20 баллов бонуса, ее уровень 0. Шестая ветка не сделала никакого товарооборота, поэтому тоже 0. Таким образом, товарооборот всей вашей группы составил 12220 баллов бонуса. В этом случае вы вышли на уровень 22% старший менеджер. 12220 баллов бонуса. Такой товарооборот сделала вся ваша группа, и вознаграждение 22% от этого товарооборота причитается на всю вашу группу. План успеха компании устроен так, что сначала деньги получают те люди, которые находятся под вами, а разница, которая остается, достается вам. Итак, люди вашей первой веточки организовали товарооборот 3% уровня объемной скидки, и, соответственно, вы получаете разницу 22% ваш уровень. Минус 3%, разница составляет 19%. То есть вы получаете 19% от 300 баллов бонуса. Дальше, со второй ветки, которая создала товарооборот на 6%, вы получаете 22 минус 6, 16% объемной скидки от товарооборота в 700 баллов бонуса. С третьей ветки вам причитается 4% от товарооборота в 7000 баллов бонуса. С четвертой ветки 7% от 4000 баллов бонуса. В пятой ветке вы забираете полностью 22%, так как ветка не вышла ни на какой уровень, от товарооборота 20 баллов бонуса. Из шестой веточки вы ничего не получаете, так как там не было никакого товарооборота. А еще вы получаете назад 22% от своей собственной покупки 200 баллов бонуса. Это плюс к той скидке в 18%, которая у вас уже была при покупке товара. А сейчас внимание. Прослушайте вопросы, нажмите на паузу, ответьте на него, а потом продолжите смотреть урок и узнаете, были ли вы правы. Вопрос.
Как вы думаете, с какой ветки вы получите больше денег? С первой, где вы получаете 19% от 300 баллов бонуса? Или, например, с третьей ветки, где вам достается 4% от товарооборота в 7 тысяч баллов бонуса? Конечно, денег будет больше с третьей ветки, ведь 7 тысяч баллов бонуса – это намного больше, чем 300 баллов бонуса. И 19% от 300 баллов – это всего-навсего 1700 рублей. А 4% от 7 тысяч баллов – это почти 8,5 тысяч рублей. Чем больше зарабатывают люди, которых мы пригласили, тем больше платят нам. И это еще одна из причин, почему мы помогаем зарабатывать другим. Третий вид дохода – авторские деньги. Это именно те деньги, ради которых начинают работать в нашем проекте. Авторские деньги – это ваш путь к финансовой свободе. Это пожизненные бонусы, которые вы сможете передать по наследству своим детям или подарить кому-то. Авторские деньги – это пассивный доход, то есть доход, который вы создали, проработав какое-то время. В нашем случае это 2-3 года, и потом вы сможете не работать, а ваш денежный поток либо останется таким, каким вы его создали, либо будет увеличиваться, но это будет уже без вашего участия. А теперь подробнее, как же вам создать пассивный доход? Вы помогаете одному из своих партнеров построить группу, и наступает такой момент, когда товарооборот его группы превышает 7,5 тысяч баллов бонуса, и он становится старшим менеджером, то есть выходит на уровень 22%. В нашем примере это партнер в шестой ветке. Но как же быть, если вы получаете разницу между своим процентным уровнем и его? А если вы 22% и он 22 минус 22, это будет 0. Что же получается, скажете вы? Я работал, работал и ничего не получу? Нет, именно с этого момента, когда один из ваших партнеров выходит на максимальный уровень объемной скидки, вы начинаете получать с его группы директорский бонус. Директорский бонус 5% от товарооборота одной 22% ветки – это примерно 350-400 долларов. Не забудьте, что объемные скидки с других веток никто не отменял. Плюсуйте ее к этому доходу. И это еще не все. Количество таких 22% веток не ограничено. Вы будете получать директорский бонус со стольких веток, сколько вам удастся построить. Может быть, это будет 2, может быть 3, может быть 6, может быть 12 или 20, столько, сколько у вас получится. И с каждой вы будете получать директорский бонус. Директорский бонус 5% вы получаете с первого уровня. Для его получения достаточно иметь одну ветку 22%, но рядом с ней у вас должна быть еще группа, товарооборот которой составляет минимум 3000 баллов бонуса. План успеха настолько справедлив, что если у вас будет только одна ветка, то денег с нее получать вы не будете. И это справедливо. Деньги получает только тот, кто работает. Со второго уровня и ниже вы получаете золотой бонус, равный 2% от товарооборота групп. Чтобы начать получать этот бонус, нужно иметь минимум 2 ветки на уровне 22%. С третьего уровня и ниже это уже сапфировый бонус, равный 0,5%, и для его получения нужно минимум 4 ветки построить. С четвертого уровня и ниже бриллиантовый бонус в размере 0,25. 6 веток, чтобы начать получать этот бонус. С пятого уровня и ниже дважды бриллиантовый бонус, минимум 10 веток для его получения. С шестого уровня и ниже исполнительный бонус, равный 0,625. И 12 веток, чтобы начать его получать. Как видите, мы получаем доход со всех людей под нами, с любой глубины. Не нужно думать, что бонус, например, 0,125 тысячных процентов
бонус дважды бриллиантового директора, это какие-то маленькие деньги. Сейчас перед вами лестница успеха Арифлейм, и на ней видно, что средний доход дважды бриллиантового директора 10 тысяч долларов в каталог. Чтобы закрыть какое-то звание, вам нужно выйти на соответствующий уровень. Ну, давайте для примера возьмем уровень. Чтобы закрыть какое-то звание, нужно выйти на соответствующий уровень. Возьмем для примера уровень золотой директор. Чтобы выйти на него, нам нужно помочь двум партнерам нашей первой линии выйти на уровень 22%. То есть построить две ветки 22%. Как только две ветки вышли на 22, вы открываете звание золотого директора. Вы открываете это звание. Теперь вам нужно повторить этот результат 8 раз из 17 следующих за этим каталогов. Как только это произойдет, вы закрыли звание золотой директор. Помимо того, что вы получали доход, равный 2000 долларов все это время, вам за закрытие нового звания компания платит сверху премию, равную в среднем месячному доходу этого уровня. В нашем примере вы получите еще 2000 долларов в премию. И так с каждым новым званием. За год активной работы реально выйти минимум на уровень директора с доходом 1000 долларов в каталог и получить единовременную выплату 1000 долларов за закрытие звания. Пригласительный билет на два лица на ежегодное сногсшибательное шоу «Банкет директоров», которое проходит в Москве в Гостином дворе рядом с Кремлем, получить серебряный значок и при желании обзавестись новенькой «Шкодой Рапид», приняв участие в программе «Мой автомобиль». Чтобы стать директором, нужно организовать групповой товарооборот в 7,5 тысяч баллов бонуса и повторить этот результат в течение 8 любых каталогов из 17. Тысяча долларов – это уже неплохой доход. Уже можно уйти с основной работы, если она у вас есть. Но мы не хотим, чтобы это было вашей основной целью на первый год. Как вы понимаете, из первого урока мы рекомендуем вам строить одновременно две ветки. Две ветки за год выстроить легко и реально. Две ветки, и вы золотой директор компании Oriflame с ежекаталожным доходом 2000 долларов, с премией за достижение звания 2000 долларов, приглашением на банкет директоров, золотым значком, подарком для золотого директора. И именно с уровня золотой директор вы приглашаетесь на золотую конференцию, то есть начинаете путешествовать за счет компании Oriflame по разным странам мира. Например, в сентябре 2014 года я побывала в первый раз за границей, сразу в трех странах – в Италии, Испании и Франции. Компания Oriflame полностью оплатила мое недельное путешествие на шикарном лайнере. Это был круиз. Я принимала в первый раз участие в золотой конференции. Если вы мечтаете обзавестись собственным жильем, то с уровня золотой директор эта мечта станет для вас реальностью, так как в Oriflame начала действовать суперпрограмма, которая называется «Мой дом». За выполнение вами определенных условий компания будет оплачивать за вас ипотеку, максимальная сумма ежемесячной выплаты, по которой будет составлять 18 тысяч рублей. Строя одновременно две ветки, вы закрываете уровень золотого директора и попутно закрываете еще звание старший директор. Чтобы закрыть это звание, необходимо иметь всего лишь одну ветку 22% и еще 7,5 тысяч баллов бонуса сбоку. То есть, по сути, как раз это и есть две ветки уровня 22%. За звание старший директор вы получаете премию 1500 долларов. И также ежекаталожный доход 1500 долларов, плюс приглашение на банкет директоров, серебряный значок и участие в программе «Мой автомобиль», как и на уровне директор. А еще уровень золотого директора – это ваш выход на пассивный доход.
То есть, построив всего две ветки, вы уже сможете больше не работать, если не захотите. Просто делать заказы для себя и получать $2000 каждый каталог. Но я уверена, что, изучив подробнее план успеха, вы просто не сможете на этом остановиться. Итак, давайте подведем итог. Ваша цель в течение первого года работы помочь всего двоим партнерам вашей первой линии выйти на уровень директора, и вы становитесь золотым директором и сразу закрываете три звания за один год. Это директор, старший директор и золотой директор. Получаете три премии за закрытие этих званий, которые суммарно составят $4500. 1000 за директора, 1500 за старшего директора и 2 за золотого. Выходите на доход в $2000 каждый каталог. Получаете два серебряных значка и один золотой. Отправляетесь в свое первое путешествие за счет компании Oriflame на золотую конференцию. В 2015 году мы отправимся в Испанию, в солнечную Валенсию на целую неделю. Вы уже можете быть с нами в 2016 году. И при желании участвуйте в программах «Мой автомобиль» и «Мой дом». Подробнее я расскажу об этих программах, на следующем шаге. Как выплачивается доход? Доход мы получаем по закрытию каталожного периода. Один каталог длится 3 недели, затем набранные баллы бонуса всей группы за этот период суммируются, и каждый получает процент объемной скидки и бонусы в зависимости от уровня, на котором находится. Получаем 17 раз в году. Не 12, как везде на работах, а 17 раз, каждые 3 недели, как часы. Потому что в году 17 полных каталогов, и плюс еще получаем премии за закрытие званий, либо по турборосту. В национальной валюте выплачивается доход, то есть в России это рубли, в Казахстане это тенге, на Украине это гривны и так далее. Пока вы строите группу, деньги начисляются на ваш номер консультанта. Вы можете контролировать этот процесс в отчетах в своем личном кабинете. Когда вы выходите на более высокий процентный уровень, какой это будет уровень, это решать только вам. Может быть, для вас достаточно будет получения доходов 10 тысяч рублей, да? А вам нужно будет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, заключить договор возмездного оказания услуг с компанией Арифлей, и с этого момента вы станете получать деньги на расчетный счет в банке. Если у вас возник вопрос, обязательно ли открывать ИП, сразу отвечаю, да, обязательно. Так как вы получаете доход, и вы обязаны отчитываться перед государством. Компания Арифлейм ведет прозрачную деятельность в соответствии с законами страны, в которой развивается бизнес. Мы с вами не являемся наемными работниками компании. Мы ведем свой собственный бизнес, сотрудничая с Арифлейм. А так как мы не работники, то и платить нам нет основания. Мы индивидуальные предприниматели, с которыми Арифлейм заключает договор и которые оказывают компании услугу по поиску рынка сбыта. В соответствии с законами нашей страны, компания может платить нам за это, переводя деньги на расчетный счет как индивидуальному предпринимателю. За все свои доходы мы платим налоги, отчитываемся по упрощенной системе налогообложения, и сумма дохода составляет 6% от ваших доходов. А также делаем отчисления в пенсионный фонд. То есть у вас идет и стаж, все как надо. Бизнес передается по наследству. Еще раз напоминаю, если вы не услышали, я говорила об этом раньше. Для получения денег обязательно нужно выполнять условия компании. Это личная активность, 150 баллов бонуса. То есть нужно делать личные заказы. Чтобы получать деньги, нужно делать личные заказы, 150 баллов бонуса. Каждый каталог. По деньгам это примерно 150-200 долларов в зависимости от продукции, которую вы покупаете и сколько ей присвоено баллов. Сейчас, может быть, у многих в голове возник вопрос, как же так? Покупать на $200 каждый каталог, а вы говорили, что продавать-то не нужно, да? Давайте разберемся, так ли это страшно на самом деле. Сначала я хочу вам показать пример заказа на 150 баллов бонуса. Что это может быть?
Возьмем семью из 3 человек, где двое взрослых и один ребенок заботятся о своем здоровье и качестве продукции, которую они приносят в свой дом. Для здоровья в компании Oriflame есть замечательная линейка продукции Wellness. Это витамины для женщин, для мужчин, для детей. Это протеиновые коктейли, это супчики, снеки, фито-чай и так далее. Есть на сайте Oriflame, изучите раздел этот. В нашем примере семья приобретает каждый каталог витамины серии Wellness, и только одна эта покупка составляет 96 баллов бонуса. Наша семья поменяла обычный магазин, где делала раньше покупки, и теперь все необходимое для ежедневных нужд покупает в собственном интернет-магазине Oriflame. И в этот раз семья приобрела для мужчины средства для бритья, для всей семьи шампуньку, кондиционер для волос, гель для душа, зубную пасту, для ребеночка пасту и щеточку, для женщины серию по уходу за лицом и крем для рук, и кое-что из декоративной косметики, тушь, блеск для губ, подводку для глаз, то, что, чем ежедневно мы пользуемся. И вот эта часть покупки, вторая часть, составила 55 баллов бонуса. Итого общий заказ получился на 151 балл или на 116 долларов вот в нашем конкретном примере. Понятно, что купленной продукции хватит больше, чем на 3 недели. И вторую часть заказа семья меняет каждый каталог, покупает что-то другое, да? Но первая часть вот у нашей семьи остается неизменной. Все продукты имеют свойство заканчиваться, и поэтому через какой-то промежуток времени мы покупаем их вновь. Посмотрите внимательно на слайд. Разве вы сейчас не покупаете все это где-то еще? Почему не покупать там, где вам будут за это платить большие деньги? Другой вопрос в том, что мы не заставляем вас делать такие покупки сразу же после регистрации. Наша цель – дать вам возможность построить свои группы потребителей и начать зарабатывать деньги. Пока вы ищете людей и строите группу, у вас еще нет никакого процентного уровня, объемную скидку вы еще не получаете. Просто стройте группу и размещайте заказы, пусть на 20 баллов бонуса или на 50, или на 80, как вам удобно. Просто покупайте то, что вам нужно, каждый каталог. А вот когда вы уже выйдете на уровень менеджера, тогда уже можно будет начинать делать заказы на 150 баллов бонуса. Почему именно с уровня менеджера, я также расскажу на третьем шаге. А теперь давайте с вами рассмотрим, так ли это страшно делать заказы на 150 баллов. Разместив такой заказ, вы попадаете в программу Premier Club, по которой вам причитается дополнительная скидка 200 рублей, право выбрать один продукт со скидкой 50%, получить подарок по программе лояльности. Подробнее о том, что это за программы, я также расскажу на третьем шаге. Второе. Вы начинаете получать объемную скидку, процент с товарооборота вашей группы. Чтобы было более понятно, давайте разберем на примере. Предположим, вы стали менеджером 9%. У вас две ветки, каждая из которых на уровне 6%. Товарооборот ветки первой составил 600 баллов бонуса и второй 750 баллов бонуса. И ваш личный заказ 150 баллов бонуса. Таким образом, товарооборот всей вашей группы составил 1550 баллов. Заказ на 150 баллов – это примерно 6000 рублей или 200 долларов по цене каталога. Рассчитаем цену для вас, как для консультанта, со скидкой 18%. Цена дистрибьютора получится 4920 рублей, а ваша экономия составит 1080 рублей. Это скидочка ваша при покупке сразу же, да, при заказе. Далее вы получаете вознаграждение по второму виду дохода. Информационный бизнес, вспоминаем. Во-первых, вы получаете объемную скидку с вашего собственного заказа, равную 9% от 150 баллов. Добавляем сюда по 3% с товарооборота каждой ветки. Вспоминаем, что мы получаем разницу между своим процентным уровнем и людей в нашей первой линии. То есть 9 минус 6 будет
3 по 3% с каждой ветки. И в сумме ваша объемная скидка составила 1755 рублей. Теперь мы все суммируем. И что имеем в итоге? Получается, что за заказ 6000 рублей по факту вы платите 2970 рублей. Или 100 долларов, да, примерно. Это половина суммы заказа. А еще вспомните, что вы получаете подарки по программе лояльности и по программе Premier Club. Мы с вами идем дальше и переходим к третьей выгоде больших заказов. Это неиспользованная накопленная скидка. Мы рассмотрели пример, где вы были на уровне 9% и заработали небольшую объемную скидку, всего лишь 1755 рублей. Да? Пользуясь продукцией, строя группу, обучая людей делать то же самое, вы будете расти по лестнице успеха и, соответственно, получать гораздо большую объемную скидку, чем была в нашем примере. Так настанет момент, когда вы не сможете выбирать всю объемную скидку, которая будет начисляться на ваш номер консультанта, до момента открытия ИП. Оставшаяся объемная скидка – это ваши реальные деньги. Они уже никуда не пропадут, не сгорят, они будут копиться на вашем номере консультанта до тех пор, пока вы не открываете индивидуальное предпринимательство и не заключите договор с компанией. Как только это произошло, все накопленные к тому моменту деньги сразу же перечисляются вам на расчетный счет. Сейчас на слайде вы видите мой первый акт, на основании которого компания перечислила мне первые деньги на расчетный счет после открытия мною ИП. Я это сделала на уровне 18%. И пока я росла до этого уровня, мне удалось накопить 118 804 рубля 79 копеек. То есть эти деньги я накопила примерно за полгода. Подведем итог, чтобы вы почувствовали разницу. Если вы делаете заказы, к примеру, на 20 баллов бонуса, что вы от этого имеете? Вы получаете скидку 18%, и 20 баллов бонуса падает в вашу копилочку к программе лояльности. И все. На этом выгоды заканчиваются. А вот если ваш заказ будет минимум на 150 баллов бонуса, то вы получаете скидку 18%, 200 рублей дополнительная скидка как участнику премьер-клуба, подарок за 100 баллов бонуса по программе лояльности, 50 баллов бонуса в копилку программы лояльности остается копиться на следующий подарок, 50% скидка на любой продукт в каталоге как участнику премьер-клуба, возможность сделать заказы из мини-каталога с большими скидками как участнику премьер-клуба, объемную скидку, которая дает вам возможность платить за заказы меньше на 50%, накопленную скидку, начинается сколачивать свой капитал. По-моему, выгода очевидна, но мы никого не заставляем, какие будут у вас заказы, это решать только вам. А сейчас мы с вами переходим к заключительному вопросу этого урока, это как же платить налоги и как делать отчисления в пенсионный фонд. И опять же мы разберем все с вами на наглядных примерах. Предположим, что вы директор, стали директором, и ваш доход за год составил 500 тысяч рублей. 30 тысяч в каталог, да, примерно вы зарабатываете. Фиксированный платеж отчислений в пенсионный фонд составляет 20 727 рублей 53 копейки. Из них в пенсионный фонд направляется 17 328 рублей 48 копеек и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 3 399 рублей 5 копеек. Плюс еще уплачиваются взносы в пенсионный фонд в размере 1% от дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Обратите внимание, взносы ФФОМС с доходов 300 тысяч рублей не уплачиваются, то есть только в пенсионный фонд. В нашем случае мы заработали 500 тысяч рублей за год, что превысило 300 тысяч на 200 тысяч рублей. То есть нам нужно будет еще помимо суммы 20 727 рублей уплатить еще 1% от 200 тысяч рублей, что составляет 2000 рублей. Итого в пенсионный фонд вы заплатите
22 727 рублей 53 копейки от годового дохода 500 тысяч рублей. Эта сумма, это будут как бы ваши расходы за год. Отчисления в пенсионный фонд можно платить либо поквартально, либо один раз в год до 31 декабря. Ну, обычно платится фиксированная сумма, фиксированный платеж делится на 4 части и уплачивается поквартально. А уже когда вам известна окончательная сумма годового дохода, в январе месяце нужно будет доплачиваться 1% от этой суммы, которая вот идет свыше. Дальше. Налоги. От суммы 500 тысяч в год 6% налога будет 30 тысяч рублей. А теперь внимание. Сумма налога уменьшится на сумму ваших отчислений, то есть на ту сумму, которую вы уже заплатили в пенсионный фонд. То есть в нашем примере 30 тысяч рублей минус 22 727 рублей 53 копейки, 7272 рубля 47 копеек вам останется доплатить в налоговую. Если ваш доход меньше, допустим, да, получился, и сумма налога у вас меньше, чем сумма платежей в пенсионный фонд, то в налоговую вы ничего не доплачиваете, только в пенсионный фонд. Чтобы было понятнее, допустим, сумма у вас будет, сумма налога у вас составила 15 тысяч рублей, да? А вы заплатили в пенсионный фонд фиксированный платеж за год 20 727 рублей. Таким образом, все, больше вам доплачивать, больше нечего. Налоги платятся один раз в год до 30 апреля. Подается декларация. И авансовые платежи перечисляются один раз в квартал. Что мы имеем в итоге? Директор с доходом 30 тысяч рублей в каталог, с годовым доходом 500 тысяч рублей, что получается 41,5 тысяч рублей в месяц, потому что вы знаете, что 17 раз в году, да, 30 тысяч это в каталог, это за 3 недели, а в месяц получается побольше, 41,5 тысячи. Заплатит в пенсионный фонд России 22 727 рублей 53 копейки, налогами доплатит 7272 рубля 47 копеек. И в сумме это составит, расходы за год составят 30 тысяч рублей. То есть 470 тысяч рублей, 39 тысяч в месяц. Это ваши чистые деньги, ваш чистый доход. Посмотрите, мы платим 6% от дохода всего лишь, да? А на работе по найму, где вам платят копеечки, из этих копеечек еще и вычитается 13% подоходного налога. Надеюсь, я смогла вам объяснить понятно этот урок. У вас нашлись ответы на многие вопросы, развеялись сомнения, если какие-то присутствовали. И вы уже сможете принять решение, становитесь ли вы нашим ключевым партнером и начинаете действовать, чтобы выйти на отличные доходы, да? Либо что-то вас не устраивает, да, в нашей деятельности. Сейчас вам нужно выполнить задание, которое вы найдете под этим видео. И после его выполнения переходите на следующий шаг. Я жду вас на третьем шаге, в котором познакомлю вас с программами от компании Oriflame.